Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня 3 марта 2019 года. Поросятам 3 дня. Сейчас будем проводить им первую, так скажем, укол делать и обламывать клыки. Колоть будем железом. Все, поехали. Фонарь, подержи. Значит, что я хочу сказать. Для того, чтобы упростить эту задачу, конечно, в идеале помощника использовать. Перевернем кабанчика, ну, свинку перевернем вверх ногами. И вот у нас отличный доступ до зубов. Будьте осторожны, достаточно так болезненно кусаются. Так стоит. Тут, конечно, в идеале, чтобы ему не повредить ничего. Зубы ломаются легко, это не вызывает больших отрицательных каких-то, отрицательных каких-то моментов у самой свинки. Ну, вы сами видите, все в принципе происходит очень легко и просто. Опять же, вон два зубика видно. И с этой стороны. Эту операцию многие рассказывают, что делать не обязательно, но я как бы сторонник. Для того, чтобы упростить жизнь свиноматки, лучше сделать. Так, теперь будем уколем витамин. Витамин железосодержащий, тут комплекс витаминов В1, В2, все это, ну, в принципе, любой можно. Ну, именно железосодержащий для поросят. Суэферовитом будем колоть сейчас. Два куба подкожно за ухом. Уляшку не колем, потому что уляшек еще нет толком. Берем шкуру, вот так собираем между пальцами. Вводим иглу. Полностью не обязательно вводить иглу. Все, готово. И высаживаем его к маме. Маму перед этим мы, естественно, убрали, иначе она бы нам жизнь не дала. Все, в принципе, все, что я хотел показать. Давай еще раз крупным планом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. О.